Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family, и, блин, спустя столько много времени, наконец-таки, я откопала игруху Death Stranding 2, давно хотела пройти еще тогда, когда она только вышла, но что-то как-то было много других проектов, потом она затерялась у меня где-то в папках с играми, в общем, я ее откопала, и будем проходить, первую часть я проходила, интересный пиксельный хоророчек, да. Квестик. Так, у меня никаких данных нет, не знаю, что он пытается перезаписать. В общем, это продолжение. Меня зовут Прайс. Чтобы стать партнером Макдейда, Брутон и Мур, мне приходилось выселять людей из их домов. В этом состояла моя работа. Однако со временем я понял, что она не для меня. Видите ли, я познакомился с одной милой пожилой вдовой по имени миссис Гудвин и отобрал ее дом. Во мне что-то надломилось. Она никогда ни в чем меня не обвиняла, но я так и не смог себе этого простить. Особенно после ее смерти. В конце концов, я потерял волю к жизни. Я запихнул в рот ствол дробовика и решил совсем покончить. На этом, кстати, заканчивается Death Stranding, первая часть. Пролог. Разум. Так. Ага. Вот ну как передвигаться. Что это? Где я? Я не должен существовать. Меня больше не должно быть. Эй, меня кто-нибудь слышит? Я не понимаю. Так, я туда не пойду. Какой-то старец. С большим рюкзаком. Давайте к нему подойдем. Эй, тетуль. Ага, мне вот сюда надо подойти, да? Так, поговорить. Прошу прощения. Где я и кто вы? Я разум. К сожалению, я не знаю, как ответить так, чтобы ты понял. Но я твой советчик, если позволишь мне им быть. Мой советчик? Пожалуйста, выслушай меня. Я не понимаю. Я часть тебя. Мы связаны. Разум? Да, я понимаю, как сильно это сбивает с толку. Что это за место? На твой вопрос нет простого ответа. Я не могу объяснить. Я не понимаю. Я был готов спустить курок. Да, не уверен, что происходящее можно описать словами. Но ты оказался здесь с определенной целью. Я просто хотел убежать. Я не мог больше жить с собой. Почему это со мной происходит? Да. Видишь ли, тебе предстоит многое испытать. Тебе нужно научиться прощать себя. Не уверен, что у меня получится. В твоем нынешнем состоянии это будет непросто. Но ты можешь довериться мне. Видишь ли, тебе нужно снова найти себя. Тебе нужно найти надежду. Только так ты сможешь излечиться. Но это все просто сводит меня с ума. Просто отыщи надежду, и все изменится. Я, наверное, я могу попробовать. А больше бы я тебя просить и не могу. Скоро мы снова встретимся. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Так, нам, значит, нужно идти дальше. Где все началось? Ничего не происходит. Прошу прощения. Есть кто дома? Ау! Не могли бы вы, пожалуйста, открыть дверь? Эй! Лифт тут подъехал.
О, это мы! Какого черта? Мне туда не убежать? А что нужно делать-то? В лифт, наверное, уйти? Нет. Так, открылась дверь. Это же я несколько лет назад. Давайте попробуем зайти туда. Алый взор, часть 1. Опа. Ага. Что я здесь делаю? Я умер? Или выжил? Дистрин 2 отсутствует функция автосохранения. Чтобы сохранить прогресс, используйте. Да, это я помню. Так, давайте сохранимся. Я сохранил игру, что бы это ни значило. Так, еще раз, на всякий случай. Ну, давайте. Не выйдет, дверь заперта. Тепло и холод. Опа, да что ж тут все закрывается-то? Мне всегда нравилось быть у огня. Что там такое? В камине лежит что-то странное. Возможно, получится чем-нибудь вытащить. Так, источник пламени. Что-то я не понимаю, мы по каким-то дверям ходим. За этим диваном что-то есть. Интересно, я смогу его передвинуть? Так, мы что-то нашли. Это еще что такое? Нужно рассмотреть поближе. Так, понятно. Мне кажется, здесь не хватает деталей. У нас пока нет никаких деталей. Значит, отсюда уходим. Запомним эту комнату. Так, здесь у нас сохранение. Здесь у нас туалет, да? Не очень романтичная ванна. Ага, мы можем прятаться. Вопрос, от кого мы будем прятаться? Старая грязная стиральная машинка. У нее не хватает переключателя. Ого, какой ржавый душ. Эту трубу наверняка можно легко отломать. Отлично. Найден предмет. Чтобы выбить его, нажав... Так. Выбрал предмет, вы сможете попробовать его использовать. Давайте. Убрать на S. Все. В смысле нет предметов? А, все, поняла. Прям что-то новенькое. Сейчас давайте сохранимся. Отлично. И попробуем сейчас в камине порыться. Так, что это у нас? Поднять. Это еще что такое? Переключатель от стиральной машинки. Ой, не туда. Не туда пошла. Зашла в комнату с загадкой. Ой-ой-ой, там кто-то был. В темноте что-то зашевелилось. Так. Использовать. Интересно, подойдет ли он? Так, нажмите, держите, чтобы повернуть переключатель. А, все, я поняла. Да ладно. Нет? Ну-ка. Ага. Это что-то типа как у нас сейф. Вот, красиво. Готово. Осталось только подождать, пока она закончит. Что там такое? Что это за звук?
Нужно спрятаться. Порождение страха чистого. Что это ходит такое большое? Он нас хватит, что ли? Уходи оттуда, уходи. Ничего себе, тут еще и прятаться нужно, блин, от каких-то демонов. Так, все. Что это было за дрянь? Что это все значит? Посмотрим. Кубик льда? Что-то очень знакомое. Внутри наверняка что-то есть. Так, у нас есть кубик льда. А все, нам дверь открыли. Спасибо. Давайте кубик льда сейчас мы растопим. Блин, так пугает меня это. Мы растопим и палочкой заберем. Уверен, он вот-вот растает. Так, мне кажется, это мозаика. Ключ, но от чего он? Ага, ключ, все, поняла. У нас там дверь есть одна закрытая, так что давайте засейвимся. Сохранились. Ага. Нужен ключ. Вот он. Готово, дверь открыта. Все, сохранимся. Угу. Все, пойдемте. Самообман. Ух, блин. Куда я вообще иду? Не знаю, даже не знаю. Там уже дальше что-то есть. Ой. Ты кто? Бух. Ты что, пытался от меня избавиться? Прошу прощения, я не думаю, что мы знакомы. Это я, твой добрый друг Алчность. Будешь делать вид, что меня не знаешь? Алчность? Что тебе от меня нужно? Я хочу, чтобы ты обо мне не забывал. Мы с безжалостностью тебе еще пригодимся. Как бы ты без меня не преуспел, а? Слушай, я пытался измениться не просто так. Может, без тебя бы я и не преуспел, но... Возможно, тогда моя жизнь была бы лучше. Твоя жизнь была бы лучше? Дурак. Ты получил по заслугам. Нужно было оставаться со мной, тогда бы ты получил все. Но, возможно, еще не поздно. Да, все так запутано. Послушай, вместе мы можем... Ну что еще? Ой, ты разум пришел. Алчность, опять ты нос высовываешь? Ха, разум, тебе тут не рады. Молчать. Прошу прощения, что так вмешиваюсь. Послушай. Действительно, благодаря ему ты смог достичь своих целей. Но ты был молод. Ты и сейчас молод. Знал ли ты, чего хочешь? Разумеется, знал. Ты знал, я знал, мы все знали. Я нужен ему разум, и ты ничего не можешь с этим поделать. Лишь я заставляю его двигаться вперед. Кто же еще, как не я? Да, в этом есть доля правды. Но, возможно, все, что ему нужно, это новое направление. Доверься мне. Разбуди надежду, только он сможет тебе помочь. Подожди, не слушай этот бред. Какого черта? Надежда, алчность, разум. Вообще ничего не понятно. Ой, мозаика. Отлично. Я не дотянусь, у меня ножки короткие. Берем трубу. Труба нас прям спасает. Да блин. Что это вообще такое? Чего эта штука мне еще понадобится? Все, тогда мы можем отсюда выходить. Ой, блин. Там какая-то фигня. Что там? Что там было? А, оно уже исчезло. Нифига себе.
Меня это прям пугает. Так, кольцо. Отлично. Так, что-то не вижу. Пойма сходится, нет? Так, вот это вроде сходится, да? Это как будто какой-то компас у нас. Кажется, готово. Что дальше? Надо, наверное, отсюда выйти. Ага, смотрите, у нас камин потух. Может, мы сможем выйти? Нет. Может, где-то здесь дверь открылась? Хотя тут ничего и нет. Нет, нет, нет. А куда нам туда идти? Может быть, в ванну? Тут мы тут понажимали, а дальше непонятно, куда идти. Нет, ну тут-то мы все сделали. Такс. Сохранимся. Опа. Не, ну тут идти-то некуда. Изучить. А вот. Тут же вроде только что была дверь. Нет. Интересненько. Огонь погас, но почему? Я ничего не понимаю. Что все это значит? Ой, вот что надо было делать. Рождение. Ой. Умоляю, остановись. Мне кажется, я просто куда-то иду, нет? Не приближайся. Мне кажется, никуда я не шла. Держись от меня подальше, прошу. Ну ладно, а что надо было сделать? Ой-ой-ой. Что, все, что ли? Конец игры? Глава первая. Мучение. А, то есть надо было, чтобы он за нами пришел. Давайте, ребятки, тогда на этом остановимся. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, вступать в наши группы, ссылочки в описании. Также вы можете стать спонсором нашего канала, ссылочка также имеется в описании. А на этом все, увидимся в следующей серии Distraint 2. Всем пока-пока.